Доброго утра и отличного настроения желаю всем, кто начинает свой день вместе с программой «С 7 до 10». Сегодня я хочу поделиться своим мнением о фильме «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Молодой авантюрист Хан Соло и его возлюбленная Кира мечтают раздобыть космический корабль и сбежать с некогда родной им планеты Карелии. Но сбежать удается только Хану, и в последний момент он обещает Кире вернуться за ней, во что бы то ни стало. Через некоторое время, благодаря службе в имперском флоте, Соло знакомится с галактическим грабителем Тобисом Беккетом. Последний готовит дерзкое ограбление. Хан Соло и его новый друг Чубакка решают принять участие в грабеже, прекрасно понимая, что это отличная возможность для того, чтобы разбогатеть и вернуть Киру. Хан Соло, пожалуй, самый предсказуемый и самый ожидаемый спин-офф во вселенной «Звездных войн». Наконец-то зрители узнают историю появления Чубакки. Откуда все-таки взялся космический корабль «Тысячелетний сокол» и почему же Хан не служит империи? По признанию создателя мира «Звездных войн» Джорджа Лукаса, Хан Соло – один из его любимых персонажей. Сценарий к этому фильму начали писать еще до того, как именитый режиссер продал права студии Disney, о чем, кстати, очень сожалеет. И говорит следующее. «Мое творение попало в рабство. Лукас пытался сделать каждый фильм чем-то особенным и не дать превратиться франшизе в бездушный сериал. По его мнению, новые владельцы пытаются сделать киновселенную исключительно коммерческой. Студия Disney не привлекла Джорджа Лукаса ни к одному новому фильму. Два ключевых момента, которые больше всего тревожили бесчисленную армию поклонников «Звездных войн». Кто сможет справиться с ролью Хана и что же все-таки будет с сюжетом? Постараюсь ответить без спойлеров». Харрисон Форд в роли Хана завоевал сердца миллионов, и чтобы не расстроить преданных поклонников, продюсеры подошли к вопросу со всей ответственностью. За роль без преувеличения боролись больше 10 голливудских знаменитостей. Но досталась она Олдену Эренрайку. Малоизвестный 28-летний актер внешне абсолютно не похож на юного Харрисона Форда, но невероятно схоже копирует его мимику и жестикуляцию. Благодаря мастерству артиста во время просмотра просто перестаешь думать о физическом различии исполнителя. Сюжет с основной историей «Звездных войн» связан лишь косвенно и напоминает этакий космический вестерн. Тут есть и перестрелки, и погони, и даже ограбление поезда. Скучать уж точно не придется, тем более, что музыка Джона Уильямса и силуэт гигантского имперского флагмана пробирают до мурашек и напоминают зрителю, на какой фильм он пришел. А сейчас я предлагаю знакомиться вам с трейлерами фильмов, которые стартуют сегодня в Югорском кинопрокате. Все, иду на таран, вам конец, пупырчатые! Два хвоста! Ой, вроде оторвался. Смотрите, в кинотеатрах с 31 мая. Единственная проблема, у тебя есть душа. Нельзя верить ни одному ее слову. Есть кое-что, чего мы не видим. Если она провалится, ее уберут. Что ты наделал? Ты принадлежишь им. Они не отпустят тебя. Я найду выход. Если вы не согласны со мной и хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы с 7 до 10 в социальных сетях. Всем приятного просмотра!